что такое свобода? Ну вот, честно говоря, как-то, видимо, уже за все годы жизни, потому что с раннего детства такой свободы не было. То есть мы не могли больше того, что даже на кухне боялись сказать какое-то слово лишнее. Свобода, я представляю, что это свобода высказать свою точку зрения. И не со злобой, не с агрессией, не желанием что-то вот подчеркнуть, что здесь так плохо, а скорее сказать, что надо сделать, чтобы было лучше. И она должна быть, способствовать, эта свобода, развитию государства, семьи, чтобы людям более комфортно было, что они бы знали, что если вот они разумные предложения какие-то вносят, да, может быть, они не совсем лицеприятные, то они могут их услышать. И, возможно, что-то это сделать. Что польза, вот эта польза, значит, от свободы, от твоих речей, от твоих мыслей, от твоих пожеланий, чтобы все-таки была какая-то не польза, а не болтовня, злобная болтовня языком.